Это игра компании EA Sports FIFA 2007. Вас приветствует российский комментатор Василий Уткин и Василий Соловьев. Мы очень любим футбол. Кубковое состязание, скажу вещь банальную, все-таки очень не похоже на обычные игры чемпионата. В них команды не могут себе позволить играть не в полную силу. Все решает только победа и только сегодня. Ну а проигравшему, как говорится, уготовлено забвение. Поэтому сегодня нам предстоит посмотреть настоящую битву. Такой прекрасный дриблинг. Играть. Совершая подкат, игрок помахнулся по мячу. Это Джон Терри. Команда вводит мяч из аута. Хави. Защитник получает мяч и отличный штрафной. Фабригас. Нападение в ударе сегодня. Главное не заигрывать в этой ситуации. Было очевидно, что он не сможет отнять этот мяч, но он все же попытался. Умный пас, умнущий. Это риск, но он оправдан. Вратарь правильно выбрал позицию, и мяч сам его нашел. Не перестаю удивляться классной игре голкипера. Он практически всегда там, где нужно. Сильнейший удар. Смотрите, как ловко поймал мяч. То врешь, не пройдешь. Фабригас. Мяч был почти в ворота. Это защитник получает мяч. Хороший пас. Мяч от сборки в ударе. Ворота. Слышите в ворота. Знаете, что это значит? Гол. Первый тайм сыгран довольно успешно, но перевес в один мяч это пока ничего не значит. Игрок пытается увести мяч из опасной зоны. Сочный дальний удар, возможно, гол. Мяч был почти в воротах. Не торопится команда с развитием своей атаки. Игрок пытается освободиться от опеки и принять этот мяч. Пас, еще. Обострение это мы дождемся. Это! Вот это бывает, и счет становится равным. Классный, действительно классный гол. Вот настоящий зрелищный футбол. Счет сравнялся. Теперь все придется начинать с нуля. Такая попытка пробить с лета, но мяч как-то не лег на ногу и пошел значительно выше ворот. Вот это красивый пас. Идеальная точность. Это мяч летит слишком высоко и слишком мимо ворот.
Футболист бьет головой. Хороший удар. Фабригас. Иньеста. И они теряют мяч. Ух, как перехватом рисковал, а? Хороший пас. Правильно, надо брать на себя игру. Хави. Команда полностью перешла на чужую половину поля. Иньеста. Арбитр показывает, продолжайте, продолжайте. Лукаку передачу сочинили. Этого получает мяч. Великолепно, великолепно. Иньеста. Роскошный пас. Мяч верхом посылается в штрафную площадку. Хави. Иньеста. Хави. Да, у атакующего есть масса вариантов. Защитник разряжает обстановку. Иньеста. Какой шанс? Ну же! Отличная реакция и скорость игры. Им представляется отличный шанс. Угловой. Ну же, давай! Нужен атака. Потому что перевес в один мяч – это только полдела. Удачно завершена комбинация. Ну, сойдет. Вот как! Замечательный удар, опасный. Мне нравится. Закончились первые 45 минут матча. Счет 2-1. Теперь мяч у защитника. Мяч уходит за боковую. Сейчас будет брошен аут. Пуяль. Фабригас. Точно в ноги. Мяч выбит в сторону. Как
он постоянно находит свободных игроков. Очередной удачный пас. Иньеста. Сейчас главное быстро принять решение. Не повезло игроку. Конечно, игрок мог забить. Просто ему не дали занять выгодную позицию. Работа у защитников такая, понимаете? Из такого расстояния можно забить. Легко и непринужденно голкипер ловит этот мяч в воздухе, но как на разминке. Это... Мяч ушел за лицевую, удар от ворот. Могучий удар от ворот. Вот зачем футболисту голова. Все спокойно, все под контролем. Он отдает точный пас. Это получает мяч. Да ну, на что надеялся? С такого расстояния обыграть вратаря. Вратарь вводит мяч в игру. Фабригас. Вот реальное обострение. Блестящая реакция вратаря. Угловой – препротивнейшая вещь для вратаря. Но избежать он его сейчас не смог. Команда с этим угловым прямо отличилась. Фабригас. Да, грубая игра. Хорошо, судья карточку показывает, не стоит. Ну что теперь остается? С такой позиции только грамотно принять. Обстреливает, обстреливает ворота. Это так технично, близко, красота. И удар от ворот. Это у вас мячом. Защита может перевести дух. Туда, в штрафную, поближе к воротам. Месси. Многообещающая ситуация. Остался только вратарь. Разрядили ситуацию. Занятно, занятно. Вы только посмотрите на лица ребят. Они недовольны решением судьи. Удаление в такой важный момент матча — серьезный удар для них. Мяч переводится сразу вперед. Месси. Он бьет мимо. Ну что это за игра? Ну расстроился, конечно. А с другой стороны, что тут переживать? Защитники были на чеку и помешали забить. Это получает мяч. Дальний удар. Мяч идет в сторону ворот. Ах, еще бы чуть-чуть пониже. Упустить такой шанс — это преступление. Месси. Приближается конец матча. Однако сколько мы видели драматичных развязок. Только команды идут довольно ровно. Шансы есть. Это шанс забить гол. Очень трудно переоценить важность этого момента. Главный удар головой. Этот парень стоит целой команды.
своевременно, как перехватила мяч. Только 3 минуты, добавил арбитр. Иньеста. У защиты проблема. Игрок бьет издали. Мяч ушел из штрафной. Мастерский удар головой. В таких ситуациях подают обычно. Отбивает. Очень важно всех разобрать в штрафной. Не спускать ни с кого глаз. Очень хорошо. Какая возможность? О, вы только посмотрите! Молодец и большой умница, но всегда есть небольшой участок, куда можно ударить, и ни один голкипер такой мяч не возьмет. Несмотря на неудачные попытки, игрок не сдался и все-таки поразил цель. Начинается. Фабригас. Команда идет к штрафной. Дальний удар. Опасно. Хотели угловой. Вот он вам. Защитник не позволил провести удар. Интересно, получится ли у команды реализовать этот угловой удар. Отличный шанс. Игрок бьет головой. Увы, это промах. Очень близко к голу. Пике. Из-за боковой будут вбрасывать. Сейчас разберемся, кто. Арбитр назначает удар от ворот. Какая смелая игра головой. Такой рискованный удар. Все сделал правильно. Чуть-чуть прицел поправить. Отлично играет головой. Фабригас. Штрафной удар. Игрок атаковал соперника, не владеющего мячом. Защитник убивает мяч. Давай же! Мяч убит. Гол! При том положении на воротах, которое занял голкипер, спасти ситуацию могла только активная игра защитника. Команда вырывается вперед. Смогут ли они добиться больше? Неудачный такой подкат. Встретился с мячом, как по расписанию. Месси. Надо же, сколько игроков участвует в атаке. Иньеста. Голкипер коснулся мяча и спас ворота. Мяч выкатывается за линию поля. Будет угловой. Как целеустремленно летит мяч. И мяч уходит. Да, это угловой. Пике. Правильно, надо брать на себя игру. Ну вот, стало полегче. Он прорвался к воротам.
Это риск, но он оправдан. Такие удары не заканчиваются голами даже во сне. Эта атака смотрится голевой. Подкаты бывают очень опасны. Их нужно буквально до миллиметра выверять. Мяч идет по самой кромке поля. Там есть кому побороться за верховой мяч. Мяч улетает из штрафной. Этот матч должен чем-то закончиться. Иньеста. Мяч летит в штрафную. И мяч летит в штрафную площадь. И как увидел, а? Хорошая позиция для удара. Удар, защитник бросается под мяч. О, бог мой, я не верю своим глазам. Это гол. Как сыгранно и элегантно, можно даже сказать интеллигентно, быстрым точным ударом отправлен мяч в нижний угол ворот, как так и надо. Команда не сдается и сокращает разрыв в счете. На пути мяча стал защитник. Это шанс на гол. Не удержал мяч. И мяч отправляется вперед после сильного удара голкипера. Хави. Игрок не смог сохранить мяч. И мяч снова уходит назад. Это вратарь вывел мяч. Иньеста. Длинная передача вперед. Сыграл защитник, но кажется, это была игровая ситуация. Во всяком случае, так рассудил арбитр. Точно играет футболист головой. Это мяч переходит к нападающим. Это почти гол. Отлично! Здорово, когда ни одна из команд не сдается. Равный счет очень по-разному подействует на игроков этих клубов. Этот гол – логическое завершение прекрасно проведенной атаки. Вратарь накрывал этот мяч в любом случае. Уж слишком правильно он расположился в воротах. Фабригас. Точный длинный пас. На мгновение всем показалось, что мяч летит точно в ворота. Судья показывает, ничего не было. Конец дополнительного времени. Будет серия пенальти. Ну что, сил у всех осталось мало. Посмотрим, у кого лучше с нервами. И очень спокойно игрок развел мяч в ВТВ по разным углам. Удар без шансов для вратаря. Удар низом заслуживает похвалы. Вратарь, конечно, удар без низа, и мяч проходит мимо вратаря. Здесь я, пожалуй, помолчу. Великолепно выбранный удар. Гол. Легкий набой в вратаря. Хорошо контролировал мяч, низко пошел. Обивает мяч вратарь. Очень ответственный момент. И гол. Такие не берутся. Какой непростой получился пенальти. Со всех сторон непростой, но верный. Команда разделяет только один. Удачный играет вратарь. Ну что ж, главный удар матча. Забьешь и ты герой. Промахнет. Вратарь берет мяч. Команда преимущество всего в один гол. Пенальти отбить. Маленькое чудо вратаря.
Вратарь сильнее. И фатальные последствия имеет эта проигранная вратарю дуэль. Из-за нее команда лишается победы в этом матче. Но вы же знаете, серия пенальти – это обыкновенная лотерея. Удача и спокойствие – залог победы на этом этапе. И лучшую игру до него не доводить.